Всем привет, ребят, с вами Нитрич, и играем FTR Online. Сегодня у нас 22 апреля, 4 месяц 15 года, и в FTR поставили обновление, добавили кучу данжей для того, чтобы крабить, бегать, выбивать, торговать. Сразу же пришли мне такие свиточки, вот они. Это свиток телепортации на поляну древней. Древний — это соло данж какой-то, не знаю, что там еще падает, но сейчас пойду и посмотрю. Так. Надеюсь, эти свитки еще будут продаваться в магазинчике, где и остальные свитки для телепорта к данжам. Так, сейчас проверим мой билд. Сейчас стоит все по монстрам. Заряжаем соски, откаты, скиллы, свитки. Угу. Так, ну что здесь, мост, побежали по мосту. И впереди нас ждет простой моб. Бам, упал на один удар. Что это? Какая-то стрелочка прикольная. Какого-то, короче, моба тут метелят. Кучка монстров. Мне нужна помощь, он говорит. Пойдем, я помогу тебе. Чего происходит-то? А, вот на него типы бегут. Кристалл надо, что ли, разбить или что? Сейчас проверим. Бам-бам. Бам. Кристалл у нас не разбивается. А, тут куча кристаллов. Так. Ну и... предполагаю, что буду отбиваться от мобов. Точнее, его отбивать от мобов, а он подойдет сломать кристаллы. Либо надо что-то еще сделать. Число убийств 13, 15. Мобы вата. Так, ну что? Так. Ладно, продолжаем бить мобов. Оу, понятно. Значит, все-таки идет по плану. Просто надо тупо отбиваться от мобов, так как их становится все больше и больше. По-любому мы держим верный путь. Так, что там? Что-то там безумный, кто-то там появляется. Бла-бла-бла. Какой-то мужик прибежал, здоровый. Бам, упал. Все хотят убить гиганта. Ну и? Число убийств 49. И чё? Что дальше-то? Дальше следующая волна. Никакие гайды ничего не читал. Пока не знаю, что здесь за награду дают. О, наконец-то.
Разбил кристальчики. Все. Миссия комплит. Защитили бугая. Раненый оазисный великан. Какая-то стрелка безумная тут еще прыгает. Что это вообще такое? Ладно, идем дальше. Это... Чего это такое? Какой-то стражник сидит, бедняга. Темных смотрителей надо сдержать. Надо было, наверное, кристаллы поменять. Так. Ну что-то я бью вообще его слабо. А, нет, 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 нет. Блин, а чуть не зафейлил. Интересно, их восстановил 50% здоровья. Их надо убить или сдержать? А смотрите, я их... Очень странно что-то. Я их бью, у них наоборот в процентах ХП прибавляются. Это вообще нормально? Так. Ну понятно, короче, я их просто задерживаю, типа, а он восстанавливает ХП. Когда у него будет соточка, наверное, будет все круто. Нам превратится в какого-то крутого перчика и убьет их с одного удара. А я вот их бью, бью, и по какой-то черт у них восстанавливается ХП. Интересно, может вообще их бить не надо? Сейчас кинем фир на них, который не прошел. А нет, хотя на одного прошел. Друг. Восстанови уже свои здоровья. Блин, этот процесс вообще не интересный никак. У него почти фул. Во. И вот. Теперь он начал их метелить, походу. Раз он прыгнул. Вы защитили стражника. А, он разбил кристалл. Все понятно. Сюжет ясен. Дальше пошел отдыхать. Красавчик. Так, идем дальше.
Сейчас, наверное, как раз этот вот древень. Шпилить древний идем. Сейчас тогда сразу переключусь на кристаллы по боссам. Ух ты. Какие-то рыбы еще плавают. Интересно, надо было ломать эти кристаллы или нет? Так, а вот и этот босс. Надеюсь, я не рано кастанулся. Ой. А чё я по нему не попадаю? А, надо типа сломать вот эту фигню, Или чего? Короче, я ломаю этот красный кристалл, а это дерево обо мне пытается ударить. О, он еще и молот призывает. Честно. Что это значит? Ох. Это значило, что не нужно было туда подходить. С круга явно надо сваливать. О, отлично. Накидали всякие штуки-дрюки. Я не знаю, но эта фигня вроде меня не пробивает. Короче, ладно. Бьем кристалл. Это типа его сердце, а он его защищает. Интересно, если тут вот со спины бить мощнее дамаж. Пол КП у него уже снес. Сейчас дерево ударит. Сейчас дыхание, по идее. А, все, понял. Блин, вот я тупил-то, жесть. Вот почему меня впереди не пробивало. Короче, когда вот эти стрелочки появляются, лучше подходить к нему ближе. Потому что если будете стоять дальше, на вас, как раз таки попадет вот этот весь огонь. Воу-воу-воу, это чего? Ну, не ваншот, но все равно опасненько. Во, видите, стрелочки появились, нужно быстрее туда, чтобы вот это дыхание вас не задело, потому что он землю поджигает. Лучше бы ты, мужик, маны кинул, чем хп. Мужик, хотя нифига, это не мужик, это какой-то оно. Мутанто. Так, ну все, кристалл сдох, остался босс, походу, да? Нет, или что? Кого бить-то надо еще? А, все, мы прошли. Или чего? Что-то непонятно. Так, награда за завершение 300 голды. И 2 миллиона 500 тысяч опыта. Это дофига. Но опыт нам не нужен. Так, бьем сундук, и оттуда выпадает... Так, плазма. Мастерский свиток энигмы. О, все понятно, короче. Они будут явно дешеветь. Да. Так, ну, прошли мы его. Поляна древняя один раз. Погнали еще тогда.
сейчас еще раз пройду и скажу, сколько раз может заходить. Итак, что же у нас получается с поляной древней, да, вот этой, где деревом бьем в конце? Получается то, что я прошел два раза его, сбросил данж свитком, вот этим, у которого 5 часов откат. Так, четвертый раз у меня его не получилось пройти до конца, потому что я решил пройти его в хард-моде. Хард-мод получается, когда ты пропускаешь спасение первых двух гвардов, точнее первого гварда, а потом двух тиролитов, когда ты сдерживаешь, да, я показывал видео. Вот это все дело я пропустил и сразу же побежал убивать дерево. Там получается, что если ты этих гвардов спасаешь, то у дерева нужно всего лишь разбить кристалл, который стоит посередине. А если ты пропустил гвардов, побежал сразу до босса, то нужно после кристалла еще убить дерево само. У него тоже там 10 полосочек, все это очень долго, и спеллы свои кидает он там намного-много быстрее. У меня осталось буквально 2 полоски хп, я думаю, что если я переделаю свой глиф, свой билд на глифы, то вполне можно пройти, но тяжеловато. Так что, ребята, если вы не очень одеты, то лучше не стоит. Можно, конечно, подобрать билды, обожраться там баночками всем и попробовать пройти. Так, что же там падает? Падают вот такие жетоны дают. Помните, вспомните храм Балдера, как мы фармили на белье, да? Тут то же самое. За эти жетоны мы можем купить оружие, доспехи. Это все ПВЕшные у нас сеты. Довольно-таки слабенькие. Так. И можно здесь вот такие кольца приобрести за эти жетончики. Что могу сказать по колечкам? Колечки довольно-таки полезные, потому что 8 силы и плюс 2 неопознанных эффекта, плюс смотрите, когда у вас будет 2 кольца, вам плюс 6 силы еще, то есть с каждого кольца по 8 сил, допустим вот эти, да, 2 кольца если взять, то есть плюс 16 силы и плюс еще 6 силы с набора, ну вот не знаю, что за статы можно заролить, так что когда накоплю, все это покажу. Что еще падали? Свитки энигматики, которые у нас вещь делают шедевр, да? Сейчас они подешевеют, так что как только выбиваете, сразу выставляйте на аукцион. Будут дешеветь с каждым днем. Что еще там пали? Шмотки 14 тира. И вот такие сундучки. Ящик с сокровищами. Так. Почему у меня их 5? Потому что я еще в другие данжики сбегал, а так у меня их 3. 4 раза прошел, 1 раз зафейлил, то есть 3 ящичка. Сейчас посмотрим, что с ящиков. Не открывал. Хотел вам показать. Так, выпали ресурсы, выпало. Ага, нифига себе. Выпало 2 аж сапог 14 тира. Вол. Так, выпали 2 пушки. Опять же, 14 тир валится 1. Все понятно, с сундучков у нас валится 14 тир. Так, еще кровь выпала. Прикольные сундуки. Дофига с них дропа. Вот, в принципе, такой вот соло-данжик у нас добавился. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, а также заходите в группу ВКонтакте. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.